минуты полезной информации для того, чтобы оставаться в теме. Здравствуйте. В качестве повода для разговора сегодня вопросы от нашего телезрителя. Хочу купить квартиру с использованием кредита. В какой момент я должен передать деньги продавцу и как документально зафиксировать этот факт? Сегодня будем говорить об этом с экспертом программы, нотариусом Гомельского нотариального округа Светланой Кучинской. Светлана Анатольевна, здравствуйте. Добрый день. Вам слово. 527 статьей Гражданского кодекса предусмотрено, что при отчуждении недвижимого имущества стороны между собой должны подписать передаточный акт, который подтверждает, что сделка между ними совершена реально и у сторон нет друг другу претензий по существу договора. Существует три вида расчетов. Расчет до подписания, расчет во время подписания и после подписания договора. Когда расчет происходит до подписания и во время подписания договора, мы указываем изначально это в договоре как передаточный акт. Если расчет происходит после подписания договора, вот как в данном случае у нашего телезрителя, в этом случае стороны должны обратиться в организацию по госрегистрации и земельному кадастру после удостоверения договора для того, чтобы был зафиксирован сам факт сделки, а уже после того, как произойдет полностью расчет, продавец и покупатель оба являются в территориальную организацию по госрегистрации и земельному кадастру и в присутствии регистратора подписывают передаточный акт. И уже после того, как будет передаточный акт подписан, то есть будет подтверждено, что между сторонами нет никаких претензий, регистратор зарегистрирует переход права собственности на имя покупателя. Спасибо, Светлана Анатольевна. Ждем ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами и будьте в теме.